Привет, меня зовут Ростислав Васильев, мне 13 лет. Что я люблю? Я люблю играть на музыкальных инструментах. Я умею играть на гитаре и на барабанах. Я играю в двух молодежных рок-группах. Люблю смотреть различные фильмы и сериалы. Что я не люблю, так это делать домашние задания по биологии, поскольку считаю ее посредственной. Любимого фильма или мультфильма у меня нету, но зато мой любимый сериал – это «Теория большого взрыва». А сейчас я расскажу рассказ, который был написан Виктором Драгунским. Недавно мы гуляли во дворе. Алёнка, Мишка и я. И вдруг во двор заехал большой грузовик с большой елкой. Наш дворник и шофер кричали: «Легче! Правее! Давай левее!» Потом, когда они начали ее разгружать, мы подбежали к елке. Шофер вышел и сказал: «Надо ее заактировать», и ушел. А мы стояли возле этой елки. Она была такая большая и мохнатая, и так вкусно пахло морозом. Мы стояли и улыбались, как дураки какие-то. А потом Алёнка сказала: «Смотрите, на елке сыски висят!» Сыски — это она так неправильно сказала, но мы с Мишкой как захохотали, так и покатились. Мы с Мишкой смеялись одинаково, но потом Мишка начал смеяться сильнее, чтобы пересмеять меня. Но я не сдавался, я начал смеяться еще сильнее. Потом Мишка схватился за живот, так как будто бы ему больно. «Ха-ха-ха! Сыски, я не могу!» Потом я взял горсточку льда и приложил ее себе ко лбу, как будто бы у меня началось воспаление мозга. И я начал сходить с ума. Я орал: «Девчонку скоро замуж выдавать, а она сыски!» Алёнка так разозлилась и сказала: «Нет, я правильно говорила! У меня просто зуб вываливается, из этого свистит. Я хочу сказать «сыски», а у меня получается «сыски». А Мишка потом сказал: «Вот это проблема! У меня 3 зуба вывалилось, и еще 2 шатается. А я все равно правильно говорю. Вот смотрите, хыхки. Видите? Хыхки. Я даже петь могу. Ой, хыхочка зеленая, боюсь у колесая». Но Алёнка сказала: «Нет, ты говоришь неправильно, правильно сыски, а ты говоришь хыхки». Ну тогда Мишка сказал: «Нет, это ты неправильно говоришь, правильно говорить хыхки, а ты говоришь сыски». Ну а я смотрел на них и улыбался. Слышно было от них только хыхки да сыски. Потом я так сильно насмеялся, что уже даже проголодался. И когда я шел домой, я думал: зачем они так сильно спорили, ведь они оба неправы. Я остановился и сказал четко и внятно: никакие не сыски, никакие не хыхки, а просто фыфки.